Основная площадка организована в Лазовском поселении в деревне Шелково. От автомобильной дороги до места посадки предстоит пройти около 800 метров по лесной болотистой почве. И поэтому потребуется соответствующая одежда – высокие резиновые сапоги, головной убор и непродуваемая куртка. Не будет лишним и термос, а вот инструменты и саженцы всем участникам раздадут на площадке. Акция пройдет и на других локальных площадках в Сергиево-Посадском районе. В Сергиевом Посаде деревья будут сажать рядом с ЖК «Троицкая Слобода», на проспекте Красной Армии вдоль дома 240, на улице Птицеградская, на Новоуглическом шоссе, на улице Дружбы у дома 15, в сквере у Вечного Огня, в сквере у памятника на улице Глинки, на улице Рыбная. Полный перечень площадок можно скачать на сайте районной администрации. «Лес Победы» – это ежегодная акция. В эту субботу сажать лес будут на площадках по всему Подмосковью.